Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Bus Simulator 16 и продолжаем здесь проходить карьеру или компанию, кому как удобнее, но развивать нашу транспортную компанию. Как вы помните, у нас появились вот такие вот текущие задачи, которые мы пробовали пройти уже, да, вот, по-моему, первую задачу с маршрутом, но у нас не получилось. Сегодня мы будем пробовать еще. Так, у меня сейчас имеется 4 маршрута, но вы их все помните, я их не менял. Это маршруты чисто такие, которые вот у нас рабочие, на которых нам сейчас водители приносят денежные средства. Так, что у нас сегодня по плану? Хотя бы выполнить вот эту первую задачу с туристическим маршрутом. А там посмотрим, может быть, еще что-то выполним в ходе прохождения. Так, давайте пробовать. Туристический маршрут. Нужно, в общем, 8 достопримечательностей захватить. И чтобы интервал движения был не более 10 минут. И общая продолжительность маршрута не более 20 минут. Так, какие у меня предложения? Давайте мы начнем вот с этого, вот, допустим, нашего гаража. И будем двигаться в эту сторону. Давайте создаю маршрут. Вот у нас будет первая остановка. Потом у нас будет вторая остановка. Едем, едем. Потом будет вот тут вот третья остановка. Это вот эта вот центральная станция, да, King's Road. Так, дальше мы едем с вами. Так, получается вот сюда. Ну, пофигу, что такое прям большой. Так, а у нас, да, нормально. Успеваем мы здесь в интервалах. Так, едем на ту остановку, концертный холм. Потом едем в университет. С университета едем в музей. Так, и с музея потом едем Riverside Shopping Center. Из шопинг-центра мы едем в стадион. Так, смотрим. Все, я захватил, ничего я не забыл. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6, 7, 8. Все, все 8 остановок. Так, нажимаю я сохранить, пока не надо ехать. Так, и я тут узнал, мне подсказали, как же вот выполнить именно, чтобы интервал движения был не более 10 минут. Сюда надо нанять двух водителей. То есть, допустим, вот я нанимаю одного, да, интервал движения 18, да. И нужно нанять еще одного водителя именно на этот маршрут. Ну, давайте посмотрим, как у нас маршрут сейчас не очень прибыльный. Так, вот этот неприбыльный, этот тоже, в принципе, этот хорошо приносит. Ну и, в принципе, вот этот не очень хорошо приносит. Давайте мы Даниэль пересадим на наш вот этот маршрут. Так, сажаем сюда еще Даниэль. Так, вот видите, мы уже интервал движения сократили. То есть мы выполнили с вами условия, чтобы интервал движения был не более 10 минут, ребят. Так, но осталось нам самим проехать по этому маршруту, да. Нажимаем ехать. Так, чтобы нам с вами взять. Так, вот этот давайте, может быть, авто. Не, давайте мы с вами возьмем Mercedes. Нажимаем ехать. Все, ждем загрузку. И отправимся с вами в путь. Так, загрузилось. Все, пойдем. Погодка у нас сегодня замечательная. Это очень хорошо. Открываем ворота. Открываем дверь у автобуса. Пойдем посмотрим, как мы это обычно делаем. Надо же проверять автобус перед выездом в рейс. Садимся. Закрываем дверь. Ага, видали, как бывает? Сразу заклинило. Надо инженеру сказать, что-то с дверью не так. Так, запускаем мотор. Включаем габариты. Так, что, включаем круиз-контроль. Снимаем с ручника. Все, в принципе, можем ехать, да? Поехали. Так, как бы нам тут так выскочить?
прям вот так разъезжаю и уходим тогда с вами сюда, к нашей первой остановке на маршруте. Мои любимые узенькие улочки с односторонним движением. Так. Он написал, что вы стоите на рабочей тормозной системе, да? Просто я нажал на тормоз, чтобы откалибровать педаль. Поэтому он подумал, что я хочу поехать назад, допустим. Так, давайте, ребята, там пешеходы ходят. Трафик. Ну, давайте мы пропустим этого пешехода. Проходи. Там их даже двое. Там никого. Поехали. Наш маленький юркий автобус. Я думаю, что мы сейчас маршрут быстренько пройдем. Конечно, можно было и на больших автобусах ехать, но это будет очень тяжело. Вот где-то в Риверсайд центр, где, по-моему, музей. Там очень узенько, неудобно. Доставит нам много хлопот. Поехали. Так, ну вот здесь сейчас за поворотом у нас первая с вами остановка. Интересно, много там народу стоит. Самое интересное, что мы этим туристическим маршрутом, да, объединяем все, получается, районы. Так, вот она остановка. Что-то нет никого. А, нет, стоят люди. Я думал, что реально нет никого. Прошу прощения. Так, тормозим. Открываем двери. Заходите, люди. Для учащихся одна поездка. Печать. Я тебе 3,60 сдачи. Забирайте. Следующий. Все, все. Закрываем. А эх ты, блин. Очень интересно. Уйди отсюда. Так. Все, дверь можно закрыть. Поехали. Чё ж они так любят оставаться в дверях? Не проходить дальше. Sky Arrow Tower. Классная, да, вот это такой вышка, это здоровая, постамент. Так, кольцо, одно из любимых. Такое квадратное, но, правда. Но тут реализовано кольцевое у нас движение. Минута 30 до следующей остановки. Но тут ехать-то... Это если куда-то на дальняк, со светофорами, тогда понятно, а тут, блин, близко. Так, поворачиваем. Короткая база автобуса, конечно, блин, очень удобно по всем этим закоулкам поворачивать, просто на перекрестке поворачивать. А представьте, ехать этот маршрут... Допустим, на автобусе гармошки. Блин, это очень тяжело будет. Так, пенсионер, печать. Так, я тебе 3,60. Забирайте. Давайте. Следующий. Учащийся, одна поездка. Печать. Я тебе 3,60. Забирайте. Так. Все, все зашли. Никто к нам больше не бежит. Закрываем двери. Поехали дальше. Так, до следующей остановки 3 минуты. И она у нас уже в другом районе получается, да? Да. Центральная станция. Так, тут такой поворот. Давайте тут быстро не поеду.
Так. Трафик не хочет здесь быстро ехать. Хотя, в принципе, есть такая возможность. 50-то можно ехать, а они 50 не едут. Так. Притормозить надо. Так, ну вот она, эта центральная станция. Я не знаю, я решил все-таки выбрать ту остановку, потому что мало ли эту остановку не засчитают. Хотя, по идее, ее тоже, она тоже станция, да, Central Station, только со стороны улицы. Но не будем рисковать и остановимся на King's Road. Так, попали мы на красный. Да, кстати, вот в игре все-таки на автобусе Mercedes тормоза реально чуть-чуть получше, чем на Мане, потому что на Мане там реально, блин, пару раз чуть в ДТП не попал. Они там такие немножко ватные. Но, может быть, это сделано так специально. Сегодня прям трафика много. Зеленый. Поехали. Где там наша остановка? Вот она. Тормозим. Так. Там что-то людей, кстати, много стоит. Все к нам в автобус. Так, стандартная одна поездка. Печать, я тебе 2,80. Все, все. Вроде все. Закрываем. Выравниваем. Поехали. До следующей остановки 7,50. Зеленый, зеленый. Поехали. Так, а тут красный, да? Так, стоим на красном. Так, люди будут выходить на концертном зале. Там, скорее всего, какой-нибудь интересный концерт сегодня. Какой-нибудь зарубежной группы. Зеленый, поехали. Может быть, кстати, набережной было бы удобнее проехать, но раз ведет таким маршрутом, пойдем таким маршрутом. Здесь, кстати, тоже классно. Такие вот кафешечки вот эти с навесиками. Классно сделано. Такие улочки тоже интересные. А машин-то тут сколько стоит. Хорошо, не брошены прям на проезжей части, а стоят как положено. Так, здесь у нас односторонние тоже. Нормально, поехали. Здесь, конечно, темная сторона улицы. Даже вот сейчас в световой день тут темно. Но я думаю, что здесь, скорее всего, какие-нибудь более офисные здания, чем жилые. Хотя это старинная такая часть города, прям красивая. Так. Что тут у нас? Трафик пропускаем. Поехали. Так, проскочили перекресток. Так, здесь главная дорога. Ну и вот мы сейчас поворачиваем опять на набережную и едем к концертному залу. Вообще очень классно вот он именно расположен, концертный зал, тогда на два района сразу. Можно зайти, выйти на одну набережную в один район, можно зайти, выйти на другую набережную, другой район. Там дистрикт, а здесь inner district, да, район. А там получается у нас какой residential district, вот так правильнее будет. Так.
Тормозим на остановке. Так. Дверь открываем. Классно, кстати, он скамеечки сделаны возле вот этого куста растительности. Клумбочка такая. Пенсионер, одна поездка. Печать. 3,60. Так, а вот этого вот мы не пускаем. Иди отсюда. Так, все, закрываем двери. Вы спросите, почему я его не пустил? Вы просто, он пьяный, а пьяного в автобус не надо пускать. Вот там, видишь, люди начинают прикалываться над тем, что я его не пустил. Хотя с него можно было поиметь неплохие деньги. Он мог там сдачу не забрать, пройти. Как сунул бы полтинник, да? Так, едем дальше. Сейчас у нас остановка университет. Красный. Стоим. Зеленый, поехали. Блин, тут так узенько. А если большой автобус, сюда хрен повернешь. Так. Наклоняем. Сколько студентов сразу вышло. Все? Поехали дальше. Сейчас у нас музей, правильно? Вроде да. А я только хотел сказать, что у нас информатор уснул. Не объявил следующую остановку, а она меня перехватила. Так. Остановка музей. Два стандартных. Раз, два. Печать. Я тебе, получается, 60 копеек. Так, все, все. А вон человек бежит не к нам. Давайте подождем, может быть, к нам. Давайте я тут дверь закрою, вторую, а первую оставлю. Нет, не к нам. Так. Так, этот поворачивает, а тот, те едут прямо. Тогда стоим. Пробка у нас тут. Так, давай проезжай. Поехали. Не очень удачные здесь перекрестки и улочка вот эта, потому что, блин, можно простоять в час пик. Конечно, тут очень серьезно. Так, этот проехал. Так, оттуда нету. Поехали. Так. Эх ты, блин! Вы видели? У него уступи дорогу. Офигеть. Как так? Может быть, это, конечно, и мой косяк. Надо было ехать помедленнее, я топил. Но, конечно, у него уступи дорогу.
Так, стоим на красном. Что-то долго красный горит, вам не кажется? Большой интервал. Хотя не, я думаю, что здесь все равномерно. Это же игра. Это в реальной жизни там может быть разные интервалы на разных перекрестках. Чтобы, допустим, главную дорогу пропустить с большим потоком движения, больше зеленый горит. А со второстепенной, с которой выезжают там, может, 2-3 машины, там у нас горит, допустим, красный дольше, а зеленый меньше. Да, опять мои любимые улочки здесь тоже, в этой части города, в этом районе. Так, поехали. Остановочка у нас. Риверсайд шопинг. Сейчас пойдут люди шмоточки покупать. Все? Все? Никто к нам? А, нет, идут. Стандартный. Печать, печать. Так, я тебе 2,80. Забирайте. Все? Все. Закрываем. Поехали. Да, вот здесь, конечно, очень узенько. Ох, тихо. Это я так подпрыгнул на бордюре там. Ничего себе. Поезжай, давай, поехали. У нас крайняя остановка. Так, перекресток. Блин, как вас тут сегодня много трафика. Там еще машина едет, хотел проскочить. Так, теперь оттуда. Все, поехали. Так, ну и сейчас за перекрестком у нас последняя остановка. Тормозим. Так. Ждем. Красный сигнал светофора как сменится. Так, ну там трафик остановился, значит, двигаемся дальше. Давай, переходи быстрей. Прям бегом, бегом, куда-то опаздывает. Так, и здесь у нас красный. Нет, уже зеленый. Удачненько. Еще один светофор, после него уже остановка туда, точно. Пока зеленый, надо успеть проскочить. К газу. Успели. Все, конечная. Дорогие друзья, не забывайте свои вещи при выходе из автобуса. Приехали. Наклоняем. Открываем. Все, люди. Выполнили мы с вами маршрут. Пойдем смотреть. Блин, не выполнил я, видите, на все звезды, потому что, блин, попали в ДТП. И, кстати, мы в минусах. Офигеть. Офигеть. Мы в минусах с этого маршрута. Неужели? А, ну понятно. Вычет за происшествие, смотрите. Офигеть просто. Но ничего страшного. Зато получили следующий уровень. А это что? Ну, это реклама. Прикольно. Так, мне интересно. Да, мы выполнили с вами одну из текущих задач. Так, займите быстрый маршрут, интервал движения не более 10 минут и общая продолжительность не более 20 минут с одной автобусной остановкой в каждом из открытых
из открытых районов. Проведите по нему автобус. Так, ну это в принципе тоже можно выполнить, ребята, это несложно. Но это мы будем выполнять с вами в следующей серии. Сегодня получилось такое короткое видео. Чуть-чуть растянем, так скажем, удовольствие для тех, кому интересно смотреть на еще несколько серий. На этом все. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, всем пока, ну и до новых встреч!